18 серия, Москва, Красноярск. Приближаемся к Кемерово. Значит, движение по Кемерово будет без ускорения. Аудио я там частично удалил, потому что играл FM-радиостанция, и модератор Ютуба всегда сердится, когда используется музыкальная композиция, нелицензионная. Поэтому наложение будет из медиатеки Ютуба. Фрагментами будет оригинальное аудио. Кемерово заехали на автомойку. В общем, в этой серии проедем Кемерово и возьмем направление на Красноярск. Движение вполне комфортное, и освещенность без облаков, без осадков, и полотно дороги вполне приемлемое с разметками. И разметка, и обочина. Интенсивность движения разная, ну, скажем так, средненькая. Значит, повторю, что до Кемерово движение будет с ускорением, а в Кемерово, ну, в память той трагедии, которая была, я, значит, оставлю без ускорения. Так, ну, рекламу уже еще раз повтори. Повысил. Это моя реплика на эту рекламу. Ну все, мы в Кемерово. 23. Мы находимся город Кемерово, улица Волгоградская, 51Б. 8-903-907-23-23. Еще раз повтори, раз 5-6, чтобы сдохли все от твоей рекламы. Полосу не принято занимать. А бычки принято в окно выбрасывать? Вот это, по-моему, да? Нет?
можно было его в карман положить. Далеко еще нет. Город Кемерово, Терешковый, 41. 500 метров. Или звоните по телефону 8 983 596 60 39. 8 983 596 так, чтобы я мог кто-то рядом встать. Вещи переносить. Thank you.
Это на автомойке. Пока моют автомобили, мы позавтракаем. Ё-моё. Сколько у нас время? 3 часа. Довольно, все хорошо. Какая-никак бабахнет.
цари живут, да, здесь? Да нет, вроде обычные люди. Ну, просто райончик поэта. Европейские провинции. Я еще, наверное, пельмешки съем. Дорогие были, нет? Не знаю. Так, нам много собирать сейчас перед мойкой вещей? Что собирать? Вон, чемоданы вытащим, все. Бутылки. Почему я решил на мойку зайти? Знаю, как тебе видно. Мне вот сейчас солнце слепит. Зеркало вообще ничего не видно. И ночью, когда сзади фары слепят, ничего не видно. Регистратор, блин. Да нормально все. Мне кажется, это либо после перепрошивки, либо ты там что-то намудрил с настройкой. Ничего не намудрил, оно писало все время. Сюда ехали, показывало. Выводило, конечно, выводило скорость. Большими желтыми. Положение определено. Ну, сейчас и скорость будет показывать. Ну, где? Кемерово. Сначала звук отключался, этот микрофон. Запись пошла. Спутники мигают, да? Мигают. Связь плохая. Ладно, спутники. Положение определено. А что там с самолета-то? Ты смотрел видео? Нет. А что? Какое видео? Колесо лопнуло, что ли? Да нет, то, что ты снимал. Ну, я сохранил его на жестком диске. Но не смотрел, да? Ну, что там смотреть? Там взлет и посадка. А все остальное в облаках. Все равно, может, кому интересно будет. Ну, полет в облаках ускорить 100 раз. Белая, белая.
такая. Да, Кемерово для тебя уже как родной, блин. И это перестало дама трындеть, подсказывать. Микрофон включен, я знаю сейчас. Мне кажется, это может быть из-за того, что ты снимал, и там что-то снимал вон в кафе. Ну, из-за того, что без этого, без зарядки, без ничего. Здесь есть разрыв? Нет. Договориться пойдешь? Не знаю, увидят, не увидят. Здесь открывать? А. Закрыто. А. Четвертый открыли? Нет, третий открываю. Понравилось, скажи. Антенна проходит? Так наискосок оставить? Вот, теперь есть. Ничего не вижу. Экран темный. Вот мойка. Это уже, как сказать, наша постоянная мойка. Да. Четвертую машину здесь моем. Скидки уже должны Все, спасибо. Все, спасибо. Ой, все, любила мощь, а позвонить нам очень. Еще новые три семерки. 5-5. Нужно срочно покупать. Еще говоришь нам. Проблемы с
со связью. Какие проблемы? Все нормально. Что ж ты опять, зараза такая? Положение определено. Алло. Видишь, я тут цифры появились на этом. Давай, выйдем, перекурим и поедем. Так, это работает? Работает. Давай. Появилась сеть? Я здесь. Появилась сеть? Я здесь? Вот это что ли? Thank you.